по сравнению. Друзья, друзья. А мы ложимся спать и желаем вам приятных снов. Это она мне. У нас, как всегда, идут споры перед сном. А вам приятных снов. А мы не успели поесть кулич, поэтому сейчас пойдем трапезничать, обедать. Вот, Саша, я не понял, ты когда успел откусить? Ты издеваешься? Вот что называется, оставил на под... Сегодня был очень трудный день, жаркое шоу. Я думаю, вы оценили. Вот, и мы решили после трудного шоу поесть. Но мы теперь не едим тяжелую пищу, едим легкую, зайчика. Друзья, а вы балуетесь вкусняшками ночью? Давай. Ну, мне можно чуть-чуть. Всем спокойной ночи.